Безопасность превыше всего. В начале мая в Самаре пройдут порядка сотни общегородских и районных мероприятий. Планируется, что участие в них примут более 200 тысяч человек. Самыми значимыми станут первомайское шествие и парад в День Победы на площади Куйбышева. Обеспечивать безопасность самарцев в эти дни будут более 4 тысяч полицейских. Пока не полностью решен вопрос оцепления территорий, где будут проходить основные торжества. Есть возможность перекрытия одной из площадок основных, ограждениями, которые есть у нас в распоряжении у департамента культуры. То есть по 5 площадкам мы уже сегодня вопрос перекрываем. А вот по 2 площадкам здесь находится, то есть действительно серьезная проблема. Глава администрации Олег Фурсов поручил в ближайшее время проработать этот вопрос и найти ограждение. Если понадобится, изготовить дополнительное. Для охраны некоторых площадок пока не хватает и людей. Глава администрации поручил департаменту образования привлечь к этой работе студентов военных кафедр учебных заведений города. Охранять порядок на улицах Самары будут и добровольцы. Советская традиция привлечения их к охране общественного порядка получает новое развитие. В городской народной дружине уже 900 человек. Количество горожан, которые вступают в народную дружину, постоянно растет. Те люди, которые принимают для себя решение работать в ДНД, они являются очень ответственными, неравнодушными и оказывают ощутимую поддержку органам правопорядка. Мы в целом нацелены на то, чтобы это движение развивать и поддерживать. Народные дружинники включены в состав 200 дополнительных нарядов, которые ежедневно охраняют покой самарцев. Остается нерешенным вопрос страховки личного состава. Также дружинники до сих пор не получили удостоверения. Глава администрации поручил решить вопрос по страхованию в ближайшее время. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, события.